и участниц, возраст которых не превышает 18 лет. Первый поток поступает девушке, стоящей перед вами. Здравствуйте, участницы соревнований! Еще разок. Здравствуйте, участники соревнований! Вот помогает мастер. Мастер спорта международного класса Горшовой Дарьи поднять флаг соревнований. Секретарю соревнований, судье международной категории, представляю участников первенства Москвы среди девушек. Весовой категории до 44 килограммов принимает участие Виктория Темник. Первый юношеский разряд. Весовой категории до 48 килограммов. Анастасия Воробьева, Зарайском ГПСО, второй разряд. Весовой категории до 53 килограммов. Сабина Гасымова, ГПСО. Весовой категории до 58 килограммов. Кандидат мастера спорта Инна Ананьева, юность Москвы-Курцева. Весовой категории до 63 килограммов. Кристина Гусева, кандидат мастера спорта Зарайского ГФСО. Мастер спорта международного класса Дарья Гольцова, Зарайского ГФСО. Весовой категории до 69 килограммов принимает участие Ирина Стучкова, первый разряд, Зарайского ГФСО. Весовой категории до 75 килограммов кандидат мастера спорта Майя Тренкова, Зарайского ГФСО. И весовой категории свыше 75 килограммов принимает участие Александра Хватова, второй разряд, юность Москвы, гриф. Представляем судей данного потока. Старший центральный судья, рефери номер два, судья международной категории Владислава Карачаровского. Рефери номер один. Судья республиканской категории Сергей Смолов. Рефери номер три. Судья республиканской категории Виктор Полищук. Участники судей представлены. Участники свободны. Начинаем соревнования нашего первого потока. На штанге установлен вес 20 килограммов. Первое упражнение – рывок. Первым приглашается на помост Виктория Темник. К весу 33 килограмма готовится Анастасия Воробьева, номер 2. Установите такой вес.
Вес установлен. Виктория Темник, номер один. Второй. Коллекционер, да? Узнаю его после фотографии. Вес засчитан. Для третьего подхода Виктория Темник заказала 26 килограммов. Установите такой вес. Вес засчитан, успешно. Виктория реализовала все три подхода. Установите 30 килограмма. Номер 2. Анастасия Воробьева, первый подход. К весу 37 килограммов готовится номер 3. Сабина Гасымова. Вес засчитан. Для второго подхода Воробьева заказала 36 килограммов. Она готовится к следующему подходу. 2 минуты для подготовки. Вес установлен. 2 минуты для подготовки. К весу 37 килограммов готовится номер 3. Сабина Гасымова. Вес засчитан. Для третьего подхода Воробьева заказала 39 килограммов. Установите 37 килограммов. Номер 3. Сабина Гасымова. Первый подход. Готовится номер 2 Анастасия Воробьева. Вес засчитан. Для второго подхода Гасымова заказала 40 килограммов. Установите 39. Килограммов. Анастасия Воробьева, третий подход. Готовится номер 3, Сабина Гасымова. Вес не засчитан. Закончила работу с результатом 36. Установите 40 килограммов.
Номер 3 Сабина Гаслимова, второй подход. К весу 45 килограммов готовится номер 9 Александра Хватова. Вес рассчитан для третьего подхода. Гаслимова заказала 42 килограмма. Установите этот вес. Все три подхода успешны. Сабина Гаслимова закончила рывок с результатом 42 килограмма. Установите 45 килограммов. Александра Хватова, первый подход. К весу 51 килограмм готовится номер 4 Инна Ананьева. Установите такой вес. Александра Хватова готовится ко второму подходу. 2 минуты для подготовки. Для третьего подхода Хватова заказала 51 килограмм. Установите такой вес. Готовится номер 4 Инна Ананьева. Номер 4 Инна Ананьева, первый подход. Готовится номер 9 Александра Хватова. Вес не засчитан. Номер 9. Александра Хватова, третий подход. Поправка. Готовится номер 4 Инна Ананьева. Вес рассчитан. Александра Хватова закончила рывок с результатом 51 килограмм. Номер 4 Инна Ананьева, второй подход. Весу 55 килограммов готовится номер 7 Ирина Сучкова. Вес рассчитан.
Для второго подхода Сучкова заказала 60 килограммов. Номер 4. Инна Ананьева. Третий подход. Весу 58 килограммов. Готовится номер 5. Кристина Гусева. К сведению участников, перерыва между рывком и толчком не будет. К сожалению, вес не засчитан.
Кристина Гусева закончила рывок с результатом 58 килограммов. Установите 70 килограммов. Номер 6. Мастер спорта международного класса Дарья Горцова. Зарайск. Первый подход. К весу 72 килограмма готовится номер 8. Майя Тренкова. Майя Демякова закончила работу с результатом 77 килограмм.